Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Франц Рубо. Франк Алексеевич Рубо. Русский художник, создавший несколько крупнейших и наиболее известных панорамных полотен. Он создавал круглые картины, выставленные на цилиндрической поверхности и рассматриваемые изнутри с обзорной площадки. Считалось, что картина с высокой точностью воспроизводит оригинальную сцену. Я пользуюсь Википедией. Франц или Франсуа Рубо родился 15 июня 1856 года в Одессе. Франц был четвертым из пяти детей в католической семье. Отец был книготорговцем и продавцом канцелярских товаров, родом из Марселя. Учился в Одесской рисовальной школе. В 1877 году Рубо отправился в Мюнхен и учился в Мюнхенской академии изящных искусств. Затем он поселился в Санкт-Петербурге, работал в Императорской академии художеств и писал огромные панорамы исторических сражений. В 1904-1912 годах Рубо преподавал в Санкт-Петербургской академии художеств в качестве профессора. В это время он написал панорамную картину «Осада Севастополя». В середине 19 века различные панорамные картины стали очень модным способом изображения пейзажей и исторических событий. Это была новая вещь для того времени, и для зрителей в Европе того периода эти картины стали сенсацией. Картины создавали новую иллюзию, перенося зрителя в виртуальную реальность, создавая ощущение физического присутствия в центре событий. Он прославился благодаря гигантским панорамным картинам, которые написал при жизни. Работы Рубо были настолько большими, что для их демонстрации требовались специально построенные павильоны. Эти картины – одна из немногих сохранившихся панорам популярного жанра XIX века. В 1913 году Рубо уехал из России в Германию, поселился в Мюнхене. После начала Первой мировой войны немецкие власти признали его гражданином Франции, но не интернировали, а 19 декабря 1914 года предоставили ему немецкое гражданство. Он прожил в Мюнхене всю оставшуюся жизнь. Умер 13 марта 1928 года. Вот так вкратце из переводной Википедии о русском художнике, который создал несколько крупнейших и наиболее известных панорамных полотен, Франц Рубо. Франц Алексеевич Рубо. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.